Урвала. Я просто урвала последнюю колоду карт в магазине. Реально последнюю. Она на меня посмотрела. Потому что девяточка пентаклей. Девяточка пентаклей. Моя карта. Обалденная просто колода. Так, а свечка что-то не хочет раздмухиваться. Ладно. Мы все равно погадаем. Ну вот, со второй попытки. А все почему? Потому что ретро Меркурий. Погадаем на любовь. Итак, посмотрим, какая сейчас вообще у вас ситуация с любовью. Быстренько посмотрим, быстрая диагностика нужна. Семерочка Пентакли, ожидаете любовь? Давайте посмотрим, дождетесь ли вы любовь в декабре месяце. Смотрите, говорят, что любовь у вас уже есть. То есть вы ждете любовь, которая уже в наличии. То есть это ожидание, скорее всего, не нового человека, а того, которого вы уже знаете. Если это не ваша ситуация, если вы не ждете никого знакомого, это не ваш расклад. Это расклад для тех, кто уже знает партнера. Ну и правильно, в принципе, ретро-меркурий, опять же, да, это возврат партнеров. Ну давайте посмотрим, явится ли он. Явится, посмотрите, рыцарь кубковый. Явится. Если вы смотрите меня мужчина, то вы приедете к девушке, которую любите. Конечно, вы проявитесь как рыцарь. И это будет в декабре. Давайте посмотрим... Для девушек спрашиваю, стоит ли вам этого рыцаря принимать? Ну, у вас не борьба. Борьба, конечно, это карта также страсти, но конкретно в этой колоде видим борьбу. Борьбу двух людей. Почему борьба? Ну, потому что вам тоже как бы палец в рот не клади. Вы огненная. Он водный, а девушка, а вы девушка огненная, да, вода и огонь. Это конфликтующие энергии. И девушка проявляется как защитница. То есть тут получается, что девушка более в мужских энергиях, а парень как девочка. Если вы смотрите меня парень, вам совет. Вам совет переходить в энергии стабильности. То есть пока что вы такой неуравновешенный. Вам нужно уравновеситься, вам нужно привести себя в порядок, подлечить здоровье. Тут с психикой могут быть проблемы. Нужно стать стабильным. Вам рекомендация. Рекомендация девушки. Ну, рекомендация девушки все равно с этим парнем бороться. То есть на нее выходит, что первая карта, карта войны, что теперь ей говорят, борись с ним. Также это может быть у вас какой-то еще один мужчина будет. Давайте посмотрим, кто это. Это мужчина, который одинок сейчас. Да, у вас есть еще один мужчина. Скорее всего, вы девушка на выданье и на выборе. И этот второй мужчина может вас защитить от первого.